Всем привет, наши дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать неизданное еще видео, когда мы ездили на прогулку в парк. В этом видео за нами увязался черный кот и идет по пятам, не отставая от нас. А дальше все услышите и увидите сами. Нету. И Рико стал послушным котом. Гляньте, 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 вот он, этот бежит, не отстает от нас. Как же тебя назвать? Таких черных у нас называют цыганочка. Чего это? Да, а если это девочка? Уважаемая девочка, у нас котик стерилизованный. Поэтому вы ему не интересны, не обижайтесь. Сидите к черепахам. Вас догоняют, осторожно. Гляньте, следом бежит, следует нас. Рикуша. А он еще быстрее ходу дает. Сейчас за ним бежать придется. Какой-то тут джентльмен у нас непонятный. Здесь много котов живет именно бездомных. Хотя в Испании мало котов вообще бездомных. Но есть места, где они кучкуются. Их тут подкармливают, им строят будки с картона, с коробок там всяких. Там вот дальше есть такая местина. Там много котов. Вот следом летит. Так что видите, на поводке котик хорошо гуляет, когда вокруг людей нет. Тогда он спокойно, тогда он занимается своими делами и чувствует себя нормально. Так что видите, залог хорошей прогулки с котом — это спокойное место. Особенно поначалу, когда вы выходите, только-только начинаете приучать. Уводите его куда-нибудь, где нет ни людей, ни собак. Ни машин. Да, машины, вот тоже он отвлекается очень на машины. И будет у вас все нормально с этим. Конечно, если вы первый раз кота вытянули в людное место, в шумное, он, как кто-то говорил, у меня в асфальт печатается или как. Текстура асфальта уходит. Поэтому залог выгула — это как можно чаще. Вот мы опять же долго не выгуливали Рику, и он раз поначалу кипишнул. А со временем он как бы входит в свою, ну, и нормально уже гуляет. Так что тихое место и почаще.